Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Хусинова Шойра Акбаровна, заведующая кафедрой общей практики семейной медицины Самаркандского государственного медицинского института. И сегодня мы с вами поговорим о геронтологии, о клинических особенностях внутренних болезней у пожилых и принципах ведения данной группы. Таким образом, геронтология – это наука о причинах и механизмах старения, о физиологических особенностях стареющего организма. И имеется следующая классификация пожилого возраста. Она разделяется по хронологическому возрасту, по биологическому возрасту и по психологическому возрасту. И старость – это закономерно наступающий заключительный период возрастного развития, закономерный и неизбежный этап развития организма. Но в то же время старение – это является разрушительным процессом, который развивается в результате нарастающего с возрастом повреждающего воздействия как эндогенных, так и экзогенных факторов. И на старость могут влиять следующие факторы. То есть это и наследственные факторы, факторы внутренней среды, факторы окружающей социальной среды, факторы, которые имеются у данного пациента. Термин «пожилые» объединяет в себя людей с различной категорией и характеризуется увеличением числа взрослого населения. Разделяют следующие возрастные группы. Это пожилые от 61 до 75 лет, престарелые от 76 до 90 лет и долгожители старше 91 года. Внешними проявлениями старости могут быть следующие. Это появление седых волос, начиная от 40 до 50 лет, появление морщин в среднем возрасте от 30 и более, появляется старческая дальнозоркость в виде гиперметропии, и кроме этого нарушается движение, нетвердая походка, ходит в загнутом состоянии. В Узбекистане в настоящее время проживает около 900 тысяч людей старше 60 лет, и причем количество долгожителей оно составляет около 29 тысяч людей. И большинство пожилых и престарелых людей до сих пор в Узбекистане работают активно в государственных учреждениях. Старение является физиологическим процессом, в основе которого лежат необратимые структурные изменения и нарушения адаптации в окружающем мире. В основе старения лежит апоптоз, это некроз клеток и замещение этих клеток соединительной тканью. И влияние вот этих всех процессов, оно не является необратимым процессом. Как же определить и проверить степень старения? Существует четыре стороны или способа проверки определения старения. Это определение морфологических показателей, определение физиологических функций. И кроме этого необходимо учитывать особенности клинического течения болезни. Пожилые и старые люди уже к этим годам обязательно имеют какие-либо заболевания. И главным образом это относится к некоторым воспалительным обменным процессам, стойким функциональным расстройствам с многолетними течениями. И наиболее характерно это является атипичность, ареактивность, сглаженность клинических проявлений болезни. 45 лет происходят процессы накопления болезни. И поэтому в структурных изменениях наблюдается и во внутренних органах. Со стороны сердечно-сосудистой системы происходит склерозирование и кальсификация клапанов и коронарных артерий. И со стороны нервной системы наблюдается атрофия головного мозга, уменьшается количество нейронов. Со стороны дыхательной системы уменьшается жизненная емкость легких.
и пищеварительная система проявляется выпадением зубов, изменением структуры слизистой желудочно-кишечного тракта. Мочевыделительная система, в ней уменьшается масса почки, и причем уменьшение 80-летнего человека составляет где-то на 30% по сравнению 20-летнему. И эндокринная система проявляется в виде уменьшения основного количества клеток в гипоталямусе, гипофизе, щитовидной железе, поджелудочной железе и надпочечниках. Вследствие того, что наступает атрофия тимуса, лимфатических узлов, селезенки, миндалин, костного мозга, все это приводит к нарушению иммунной системы. Нарушение опорно-двигательного аппарата проявляется в виде повышения ломкости костей, увеличения склонности к переломам, так как в этом возрасте увеличивается усиление процессов остеопороза. Наиболее часто встречаются следующие заболевания. Это артериальная гипертония, это, значит, могут наблюдаться большое количество лиц с ишемической болезнью сердца и осложнение ишемической болезни сердца проявляется чаще всего в виде инфаркта миокарда. Хроническая болезнь почек развивается вследствие ослабления насосной функции сердца. Нарушается ритм и проводимость сердца. Дыхательная система в пожилом возрасте чаще всего наблюдается хобл, пневмония, рак легких и бронхов. В желудочно-кишечном тракте наблюдаются дивертикулы пищевода, также грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс эзофагиты и язвенная болезнь. И для них имеются свои особенности ведения каждой из этих групп. Хронический холецистит у пожилых людей протекает бессимптомно или атипично и вместе с сопутствующими заболеваниями чаще всего желудочно-кишечного тракта. Хронические панкреатиты изначально наблюдаются как в виде хронического течения, проявляются незначительными болями после приема жирной пищи, алкоголя и физической нагрузки. Чаще наблюдаются запоры. Запоры, они не являются самостоятельными заболеваниями, а развиваются вследствие результата различных заболеваний. Причинами могут быть это патологические изменения в жевательных органах, депрессия, малоподвижный образ жизни, воспаление кишечника, опухоли, дивертикулиты, геморрой, сахарный диабет, это сердечные и почечные недостатки, атеросклероз головного мозга. И всегда, уважаемые коллеги, необходимо помнить о том, что у врача общей практики всегда должна быть онкологическая настороженность. И пилонефриты у пожилых развиваются вследствие таких заболеваний, как чаще всего это инфекции мочевых путей, мочекаменные болезни, аденомы простаты и других заболеваний, приводящих к нарушению уродинамики. Хроническая болезнь почек, она может развиться вследствие хронических заболеваний почек, мочевыводящих путей, сахарного диабета, артериальной гипертонии и вследствие самого процесса старения. И особенности и методика сбора анамнеза, она представляет из следующего. То есть возрастные особенности организма, особенности психики, клинических проявлений болезни требуют особого подхода в расспросе пациента. Необходимо при опросе уделять больше внимания, больше говорить с ними. И эти говорить с ними надо очень ясно и несколько замедленно.
Этот опрос должен включать обязательно вопросы о месте проживания, условиях существования, о составе семьи и внутрисемейных отношений. Необходимо выяснить, бывают ли у пациента тревожно-депрессивные состояния, появляются ли суицидальные мысли, наличие психических заболеваний у родственников. И особого внимания требует это уход за больными пожилого и старческого возраста. Необходимо помнить, что у пациентов наблюдается множественные патологии, и эти патологии чаще всего протекают скрытно или могут иметь атипичные варианты заболевания. Имеется наклонность к серьезным осложнениям и возникает невозможность проводить полноценное обследование. И чаще всего у этой группы пациентов развиваются различные побочные действия лекарств. Большое значение при лечении больных имеет правильно организованный уход. Этих пациентов обязательно необходимо госпитализировать при необходимости, учитывать их психологические особенности, убеждать в соблюдении предписанного режима, точно выполнять назначение врача, быть терпеливыми и тактичными. И желательно у этой группы пациентов необходимо вести все эти действия для восстановления работоспособности. И чувствовать эмоциональное состояние больного, предупреждать травмы и несчастные случаи, бороться с гиподинамией и регулировать стул. Необходимо проводить рациональную дозировку пищи. Суточное потребление белка должно составлять в среднем от 1 до 1,5 грамма. Суточная норма углеводов составляет от 300 до 400 граммов. Суточная норма жиров должна составлять до 1 грамма на килограмм веса. Большое значение имеет достаточный прием количества микроэлементов. Это давать рекомендации, чтобы пациенты не курили, не употребляли спиртные напитки. И необходимо помнить, что у данной группы пациентов имеются свои различия при назначении лекарственных препаратов. Во избежание полипрагмазии необходимо сделать четкий выбор самого ведущего заболевания. И поэтому в старости может быть полипрагмазия. И желательно, когда вы назначаете антибиотики и антибактериальные препараты, рекомендуется уменьшенное количество назначения этих препаратов. И так как во избежание привыкания рекомендуется назначать лекарственные препараты в достаточно больших дозах, но на короткий срок. И чаще менять эти лекарственные препараты другими и оказывать аналогичное действие, делать перерывы в приеме лекарственных препаратов. Для профилактики и лечения преждевременного старения применяют так называемые гериатрические средства, то есть средства общей стимуляции, которые направлены на поддержку метаболических процессов и функций. И в первую очередь это витамины, как фактор, уменьшающий риск развития лекарственной интоксикации. Необходимо помнить, что у пожилых пациентов отмечается повышенная возможность токсических проявлений, кумуляции лекарственных препаратов, нежелательные биологические действия, нежелательное взаимодействие этих лекарственных препаратов, стойкая повышенность к ним, частота этих изменений больше при применении нескольких препаратов, то есть при полипрагмазии. И может наблюдаться нарушение на уровне всасывания, нарушение печеночного метаболизма, нарушение плазматического транспорта и уменьшение чувствительности и ответной реакции. Врач общей практики обязан знать, что опасность неблагоприятного воздействия, она всегда будет выше у лиц пожилого возраста.
у них имеется сопротивление к интоксикации намного низшей дозе. Препараты должны подбираться сугубо индивидуально. И необходимо учитывать дозировку, может быть, даже уменьшать дозировку этих препаратов. Учитывать не только фон питания, но также и рацион водно-солевого и количество выделяемой мочи. Беречь больных от привыкания лекарственных препаратов, от комбинации сходных лекарственных средств, уменьшать токсичность их. И назначать желательно витамины, микроэлементы, анаболики необходимо назначать с осторожностью. Таким образом, уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание, и более досконально мы это все темы разберем с вами на практических занятиях.